Сегодня на муниципальном предприятии в ПАПАТ-1 кипит работа. Здесь требуется не только подготовить к приему машин свободные площади и боксы, но и завершить ремонт ливневой канализации. Она необходима, чтобы исключить подтопление территории во время дождей. Вся структура должна без воды быть, без грязи, без пыли. Мы понимаем, что и новые автобусы придут. Территорию подготовили под новые автобусы. Процесс, конечно, этот не быстрый. Часть это всего лишь идет там 25-30% от автобусов по контракту, потом следующие автобусы. Все мы будем подготавливать для того, чтобы качество перевозок жителей было на лучшем уровне. По словам исполняющего обязанности директора в ПАПАТ-1 Игоря Гнедько, в подготовке к приему новых машин участвуют все службы предприятия. Он также отметил, что все готово на 90%. Здесь они будут размещены прямо у нас на территории, вот на охраняемой стоянке. Вот, и, соответственно, будем оформлять и запускать их в работу. В последний месяц лета во Владивостоке ожидают первую партию автобусов, а это 46 единиц. Все они прибудут в город в период с 9 по 25 августа. Осенью после оформления машины планируется выпустить на маршруты, список которых сейчас формируется. Прибытие же второй партии запланировано на декабрь. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.